А все же, что такое слово? И есть ли таинство письма, когда у слова просит крова жизнь беззащитная сама? Ни памятка, ни отражение, ни срезы годовых колец, а сразу взлет и погружение вглубь человеческих сердец. Бог знает, что случится с нами, и тщетно к совести взывать, когда своими именами не будем вещи называть.